Новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют рядом со школой номер 78 на Ватутина 24 к концу февраля этого года. В спорткомплексе предусмотрены площадки для занятий различными видами спорта. Этот спортивный комплекс уже подразумевает несколько площадок. Первая площадка – волейбол, вторая – баскетбол. Объединенная площадь – это будет площадка под мини-футбол. Ну и, соответственно, сопутствующие направления также возможны, например, гандбол. Новый комплекс будут использовать с максимальной пользой для жителей района. А так этот объект должен быть использован фактически целый день. С 8 утра он начинает работать как территория, которую будут использовать школьники. И здесь будут проходить уроки физической культуры. А во второй половине дня сюда зайдут уже секции. Также объект проверил и депутат Государственной Думы. По его словам, общестроительные работы выполнены качественно и на хорошем уровне. Жители всегда просят, и обращаются с многочисленными просьбами о том, чтобы как можно больше было спортивных объектов, объектов, где можно было провести время с детьми. И вот сегодня мы видим, что такой замечательный объект расположен в густонаселенном районе нашего города. Напомним, что администрация Владивостока регулярно поддерживает занятия спортом в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни», которую инициировал президент России Владимир Путин. Так, в прошлом году завершилось строительство еще двух ФОКов в школах номер 56 и 70. Отремонтированы и возведены более 30 пришкольных стадионов. Начал работу после реконструкции стадион «Авангард». Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.